Слушай, почему Игорь не встает? Скоро уже полдень. Игорь! Игорь! Игорь, вставай, хватит спать. Все проспишь. Тигран, ну чего так рано? Как рано? Ты что, русскую пословицу не знаешь? Кто рано встает, тому Бог подает. Вчера только приехал в Ереван, а сегодня что, весь день спать будешь? Вставай, сегодня у нас очень много дел. Нужно позавтракать, по городу проехаться. Вставай, давай. Не выспался. Ничего, ничего. Вот завтрак. Дом посмотри. Да, Тигран. Хороший дом себе построил. Верно. Хороший дом. И знаешь почему? Потому что кто рано встает, тому Бог подает. Всю жизнь вставал рано, все дела успевал сделать, поэтому мне Бог вот все это и дал. И телевизор у тебя классный. Я же тебе говорю, Игорек, кто рано встает, тому Бог подает. Вот так. Да, есть такое дело. Да, это еще что? Идем, я тебе свой новый джип покажу. Покажи. Идем. Вот, смотри, вон стоит. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. А где джип-то? Похоже, Игорек, сегодня кто-то раньше меня встал.